Крупная нефтегазовая компания провела в Твери день поставщика. Представители компании рассказали о перспективах сотрудничества с промышленными предприятиями Тверской области и об основных направлениях импортозамещения. В свою очередь, потенциальные поставщики презентовали собственные продукты и решения. Об итогах мероприятия в сюжете нашего корреспондента. Тверская область обладает развитым промышленным потенциалом. В частности, в регионе работают предприятия, которые производят оборудование и компоненты, использующиеся для нефтедобычи. Это инвестиционный проект компании «ГЕРС». Инвестиционный проект компании «Алькор», который реализует на территории Савеловского машиностроительного завода инвестиционный проект по выращиванию искусственных кристаллов. То есть данные изделия также применяются при нефтебурении. В городе Калязин есть предприятие «Калязинский машиностроительный завод», который производит нефтебуровые установки на базе шасси различного назначения. Мероприятие проходило на площадке центра «Мой бизнес» Тверской области, работающего в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Представители нефтегазовой компании рассказали о потребностях, которые сейчас существуют в отрасли, учитывая санкционное давление на Россию. Мы очень много занимаемся импортозамещением, и именно в части этой работы мы надеемся найти надежных партнеров, получить себе хороших поставщиков. Мы не просто в Тверской области гости, да? Мы сегодня очень мощно вошли сюда через энергетику. У нас сегодня здесь в Торжке самый современный, я считаю, на сегодняшний день масляный завод. И, соответственно, вот по всем этим направлениям мы нуждаемся в широком спектре как услуг, так и поставки материалов, продукции, оборудования. Также руководителям предприятий Тверской области рассказали о системе закупок в компании и ключевых приоритетах при выборе поставщиков. В свою очередь, потенциальные поставщики презентовали собственные продукты и решения. Мы рассчитываем достигнуть взаимопонимания в рамках реализации стратегии интеграции наших предприятий в группу компаний. И три основных направления. Первое – это нефтедобывающая тематика. Второе – это обеспечение потребности группы предприятий в тех или иных видах как техники, так и товарно-материальных ценностей. Ну и третье – это, конечно же, автозаправочные комплексы с точки зрения продуктов питания и товаров, которые сопутствуют данному бизнесу. Сегодня на территории Верхневолжья создано более 2400 предприятий обрабатывающей промышленности, где трудится свыше 75 тысяч человек. С точки зрения инвестирования, ключевыми отраслями являются транспортное машиностроение, обработка древесины, производство пищевых продуктов, машин и оборудования. Мы продолжаем работу по поддержке предприятий Верхневолжья. В том числе поддерживаем инновации, которые способствуют укреплению обороноспособности нашей страны. По итогу мероприятия руководители тверских предприятий смогли более подробно узнать о компании, ознакомиться с производственной деятельностью, а также провести переговоры о дальнейшем сотрудничестве с представителями интересующих подразделений.